месяц. Я не выкладывала видео месяц. А, ребята, я даже... Я пытаюсь мысленно вернуться на месяц назад, чтобы хоть как-то ввести вас в курс дела. А, во-первых, я съездила в Екатеринбург, кто знает по моему инстаграму, когда я вернулась обратно в пустую квартиру. Алиса осталась погостить у папы с бабушкой перед школой, потому что, кстати, у нас есть школа. Господи, у меня столько новостей! Подождите, подождите, я сфокусируюсь. У нас есть школа. Алиса осталась погостить в Екатеринбурге. Когда я вернулась сюда, я впала в жуткую полуторанедельную депрессию. Все, что я делала, это я либо ревела, либо ходила на спорт, чтобы хотя бы иногда не реветь. Но однажды я проснулась и подумала: Ксю, жизнь слишком коротка для этого. Ты должна получить удовольствие, пока у тебя есть такая возможность. Я начала веселиться, я начала тусоваться, плюс у меня такое ощущение, что в Петербурге все как-то резко и одновременно осознали, что лето подходит к своему логическому завершению, и все летние веранды скоро начнут закрываться, и у нас осталось совсем чуть-чуть времени до плохой погоды. Просто с понедельника по пятницу каждый вечер что-то классное происходит в городе, и мы ходим, и... Просто получаем удовольствие от жизни, я не знаю, ребят. Плюс сейчас я нахожусь в очень романтично-легкомысленном периоде своей жизни. Я, может быть, подробнее расскажу вам позже, если еще будет о чем рассказывать. Но, чтобы вы понимали, последнюю неделю я заходила домой исключительно для того, чтобы поспать и переодеться. И это если повезет. И моя квартира потихоньку превратилась в квартиру маленькой свинки. Здесь уже прям тяжело находиться. Мой шкаф, каждый раз, когда я возвращалась домой, я доставала оттуда все вещи, вываливала их на кровать, потому что мне нужно было переодеться очень быстро, при этом выглядеть невероятно круто. Я вываливала все вещи, примеряла, собирала эту кучу и запихивала обратно в шкаф. И как оказалось, если делать это достаточное количество дней подряд, шкаф превращается в монстра, которого буквально рвет одежды, и сейчас мне страшно даже открыть его. И на самом деле, кстати, все это время я снимала, и снимала довольно много, но ситуация в том, что на моем ноутбуке сейчас висит проект, который не могут одобрить уже месяц, и мы пересогласовываем, пересогласовываем, пересогласовываем его, и он занял абсолютно все свободное место в моей памяти, поэтому я думаю, сегодня мне нужно поехать и купить какой-то отдельный жесткий диск и попытаться перенести этот проект туда, чтобы смонтировать хотя бы то, что я снимаю сейчас. Еще было бы здорово позавтракать, потому что в последнее время я питаюсь не то, что плохо, а как-то нестабильно. Единственное, что у меня появился новый фирменный завтрак, который я ем практически каждый день. Это тосты по-французски, я просто беру хлеб, я беру яйца, молоко, все это смешиваю, жарю. И я испытываю глубокое уважение к блюдам, которые можно сделать как сладкими, так и солеными, потому что это очень упрощает жизнь. Иногда я добавляю слабосоленый лосось, иногда я добавляю джем или просто свежие фрукты. Это фантастически вкусно, такое ощущение, что ты каждый день ешь в ресторане на бранче. А, если вам интересно, сегодня утром я пила... вот эту штуку. Бренд называется Refill. Это было предсказуемо. Они прислали мне целый набор их матчи, какао, чай латте. Я огромный фанат их кокосовой матчи. Она невероятно вкусная, она нравится всем, даже тем, кто матчу не пьет вообще. На самом деле, технически вы можете сделать это дома, если у вас есть матча и кокосовое масло. Но здесь еще и коллаген в составе. Кстати, у меня есть отдельный новый коллаген, для которого мне нужно купить витамин С, потому что, как выяснилось, коллаген лучше усваивается с витамином С. Уже где-то полторы недели меня ждет посылка от iHerb. Я заказала себе витамины на осень, потому что летом я не пью витамины, только осенью. Моя жизнь вышла из-под контроля. Абсолютно вышла из-под контроля. Но я не жалуюсь, я счастлива. Это лето! Я не жила так с 2010 года. Вообще, я официально окрестила лето 2010 года лучшим летом в своей жизни. Пока что у него не было конкурентов. Но сейчас... сейчас я задумаюсь, потому что то, что происходит, это действительно круто. Помните, наверное, как я радовалась тому, что у меня светлая квартира, и думала о том, какой... классный контент я могу здесь снять. Все вышло с точностью да наоборот. Как оказалось,
куда бы ты ни поставил камеру в этом доме, ракурс выглядит одинаково. Все одинаково белое. И, если честно, мне становится тяжелее и тяжелее снимать, да и вообще функционировать здесь, потому что дом не ощущается как дом. По сути, я не привнесла сюда вообще ничего своего. И я решила... Пришло время изменить это. Я зашла сегодня на несколько сайтов. Первым делом я пошла на Лариду. Я не заказывала никакую мебель. Это в основном была ставка на декор и какие-то яркие элементы, которые могут добавить сюда моего характера. Немножко сумасшествия. Мне надо, чтобы моя мама попала в эту квартиру и сказала: «Боже, ты все испортила». Прости, мам, ничего личного. Во-первых, я заказала такой большой розовый в восточном стиле ковер. Я пока не совсем в нем уверена, но я пыталась поприкладывать его вот таким образом. И такое чувство, как будто бы он добавит уюта в эту зону и немножко поиграем с цветом. Также я заказала тумбочки. Это единственная мебель, которая мне нужна, потому как мне необходим стол сюда. Так как у меня уже есть обеденная зона, один стол может спорить с другим. Поэтому я решила, что... Стеклянные тумбочки, которые стоят в моей спальне, будут выполнять роль стола. Они отлично впишутся сюда и не будут конфликтовать со всей остальной мебелью. Ну и так просто, знаете, по мелочи я нашла плед, разные цветные вазы, кашпо для растений. Я хочу добавить сюда растений, потому что они очень хорошо оживляют обстановку и атмосферу в доме. Я думаю, это просто будет пара каких-то штук с крупными листьями, которые будут стоять вместо мебели. Я заказала маленькую металлическую тележку для ванны, потому что количество продуктов, которые мне присылают, растет, и они копятся, и мне совершенно некуда их поставить. И что касается спальни, это вообще самый интересный проект. Я хочу, чтобы моя спальня была похожа на такой сумасшедший будуар, поэтому я нашла какие-то совершенно crazy чехлы для подушек, плюс меня совершенно не устраивает все-таки кровать, которая стоит там. Я, конечно же, не планирую менять ее. Вместо этого я придумала решение. Как придумала? Я нашла какую-то рекламу в Инстаграме. Я клянусь богом, Инстаграм знает обо мне все. Он по-любому знает мои паспортные данные, имена моих друзей и периодически то, о чем я думаю. Это единственное объяснение тому, как он точку подбирает мне рекламу. Я нашла один бренд, который делает льняное постельное белье, и у них есть совершенно фантастические вот эти с огромными воланами подзоры на кровать, которые вы можете просто надеть сверху, и он закроет ножки. Мне кажется, это именно то, что мне нужно. Поэтому я заказала себе такое, заказала себе новое постельное белье. Вообще, лайфхак, если вы хотите полностью изменить спальню, для этого достаточно просто купить огромное одеяло и поменять постельное белье. Я всегда так делаю, это решает все проблемы и создает, ну, буквально новую обстановку вокруг вас. Еще у них были наволочки с воланами, которые я заказала тоже. В общем, моя кровать будет невероятной. Ждем. И еще я заказала несколько разных постеров, чтобы хоть как-то отдекорировать стены. Я заказала себе розовый постер Тайлера The Creator, который я повешу над кроватью. И это будет отлично. Наконец-то я нашла время и возможность заняться своим жильем и сделать его клевым и уютным, и с характером, потому что мне все еще кажется, что я просто снимаю Airbnb, и меня в любой момент отсюда выселят. Надеюсь, этого не произойдет. И в связи с этим у нас сегодня очень классный и уместный спонсор. Это онлайн-школа Contented, которая специализируется именно на дизайне. Ребята, прямо сейчас у Contented стартует курс, который просто рожден и создан для всех тех, кто всегда мечтал стать дизайнером интерьера. Это совершенно уникальное обучение, с помощью которого вы сможете создавать интерьеры для комфортной, классной и современной жизни. INT-курс по дизайну интерьера научит вас всему, что вам нужно будет знать в будущем, и вы сможете перенять опыт у профессионалов и экспертов своего дела. Вы научитесь использовать крутые программы для чертежей, коллажирования и просто для эффектной презентации. А по окончанию обучения у вас в портфолио будет два очень мощных проекта. Что действительно удобно и что отличает Contented от других школ, так это то, что вы получаете только ту информацию, которую действительно будете использовать в своей работе постоянно на повседневной основе. То есть не будет никакой воды, ничего лишнего, что вы вызубрили, сдали, а потом забыли. Во-вторых, весь свой накопленный опыт вы будете получать только от практикующих дизайнеров, которые абсолютно точно осведомлены о последних трендах в этой индустрии. Вы все время будете оставаться на связи с преподавателями, с другими учениками, что даст вам некую информационную базу, опираясь на которую позже вы сможете сформировать свою уникальную команду. Уже после окончания курса вы можете быть на 100% уверены, что кадровый центр школы поможет вам правильно презентовать себя на рынке труда, чтобы вы, не дай бог, не остались без работы. Такого
такого точно не случится. Помимо всего прочего, ребята, учитывая, что за окном все еще лето, пусть и последние деньки, но тем не менее, контент готовы подстроиться под ваш график, перенести дедлайны, раскидать вот эти 4-8 часов обучения в неделю так, как это будет удобно вам. Или даже на время заморозить курс по необходимости, если вы улетаете в отпуск, например, потому что, будем честными, никому не хочется сидеть за лекциями, если в пешей доступности есть бассейн. Сейчас у контента действует особая скидка для всех зрителей моего канала, 45% по промокоду Вострикова на курс по интерьер-дизайну, поэтому успевайте, это предложение действительно до 22 августа, ссылка будет внизу в описании, приходите, регистрируйтесь, просто не упустите эту возможность, потому что вы можете получить действительно классную, востребованную профессию, причем в очень легкой и интересной форме, я думаю, вам понравится, ссылка будет в описании. Доброе утро. Не выспалась, так не выспалась. Я вчера не могла уснуть до 2 часов, или, может быть, даже 3 часов, потому что на Асусе была скидка 20%. У меня волос как у змеи сегодня. Я иду к психотерапевту. Сегодня у меня сессия, он принимает здесь рядом, что очень удобно. А после моего сеанса я обедаю с Анечкой. Мне нужно взять с собой вот это, я хочу вернуть очки, которые я заказала на Asus, потому что, ребят, это не дело, хотя, ладно, вряд ли. Мне нужно вернуть эти очки, пока план такой, вообще не соображаю. Я тут брючки себе утром обрезала. Понимаю, что надо было их резать еще короче, потому что они все равно получаются длинноватыми. Я раньше все время ушивала одежду, отдавала в ателье. В какой-то момент мне это так надоело, что я начала просто резать сама и будь что будет. Еще я потеряла свою самую любимую сережку. Одну из них у меня осталась только одна. Я заказывала их на Poison Drop и носила каждый день. Больше у меня их нет, я чуть не расплакалась, правда. Хотела заказать еще одни, но их уже нет в наличии. Наверное, после того, как я их прорекламировала, все раскупили. Вот так иногда ты наступаешь сам себе на пятки. Я никак, хоть убей, не могу разносить свои ванцы, поэтому у меня здесь 2 веселых друга. Самый культурный город. Вчера вот забыла свитер, все еще лежит. Ребята, мой психотерапевт принимает вот в этом здании. Если бы мы с вами были в Екатеринбурге, это был бы либо музей, либо Госдума. Вот и все, мы закончили. А на этом сеансе я даже не расплакалась. Большой прогресс, потому что в прошлый раз я все глаза выревела. Но, мне кажется, самые болезненные ситуации, самые болезненные сеансы, они уже позади. Сейчас мы больше работаем с какой-то поведенческой частью, которая беспокоит меня с моими негативными установками, мыслями. У меня есть задание на неделю, которое я буду выполнять как прилежная ученица. Я не могу, мне нужно поговорить с кем-то, вы уж меня простите, но это будете вы. Все, что сегодня только могло пойти не так, пошло. Во-первых, эта штука все еще со мной. По моей вине, я забыла паспорт. Оказывается, если ты приходишь в Боксбери,
без бумажки ты какашка, у меня никто не принял мой возврат. Начала мыть посуду, легким движением руки сделала вот это. Очень расстроилась. 4000 рублей в помойку. Плюс меня несколько нервирует момент того, что я не нашла один маленький осколок. И я подозреваю, что я найду его когда-нибудь ночью, когда приду на кухню голыми босыми ногами налить себе воды попить. История. Я вызвала мужа на час. Мне нужен был человек, который придет и сделает очень много мелких дел, которые я не могу сделать сама. И он пришел. Единственное, что он сделал более или менее нормально, это прибил вот эти две картины. Надеюсь, ровно, но это уже дело десятое. Мне нужно было поднять все люстры в квартире, потому что они висят слишком низко, и плюс это икеевские люстры. Они изначально мне не очень сильно нравятся, я бы хотела видеть их меньше. В общем, он посмотрел каждую и сказал, что по какой-то причине это невозможно. А, чтобы вы понимали, это такой старичок, который я сначала подумала, что просто пьян, но, скорее всего, он, в принципе, плохо соображает. В общем, я не знаю, ребят, я не понимала 50% слов, которые он говорил мне. Окей, ладно, невозможно, так невозможно. А дальше мне нужно было присверлить крючки в ванне, крючки для полотенец, потому что у меня висят приклеенные икеевские крючки. Каждый раз, когда я вешаю на них полотенце, они отклеиваются и отпадают. Я купила новые крючки. Их всего лишь нужно было поменять местами со старыми. Я покажу вам. У меня все задокументировано. Вот здесь было три крючка. Вот этот оторвала я, и то подумала, что это немного слишком. Вот этот оторвал он. Да, вот такая ситуация. Ладно, проехали, забыли. Не знаю, самое обидное, что я просила, умоляла делать все максимально аккуратно, потому что это не моя квартира, и я не хочу наводить здесь беспорядок, создавать неприятности, которые мне же придется исправлять. Самое дурацкое, что я сейчас думаю, вообще стоит ли мне дальше выходить из дома, потому что, судя по всему, сегодня я притягиваю несчастье. Половина из которых произошла по моей собственной вине, поэтому оно не считается. Доброе утро, ребята. Сегодня очень дождливое субботнее утро, и я еле оторвала себя от кровати, потому что вчера я наконец-то вышла в свет. Вчера был день рождения у гаража. Это очень классный бар, куда мы постоянно ходим. Мы отплясывали, наверное, до 4 утра. Сегодня мы с Андрюшей, моим другом, как дураки, заявились рисовать картины все в кабель порте. Поэтому я встала, собрала себя в Ксению. Но, скажу вам честно, мне нехорошо. Последний коктейль вчерашний явно был лишним. Но ничего страшного, я верю в искусство. Сегодня мы будем творить. Ребят, это все, на что меня хватило сегодня. Все, не могу. Я бы добавила сюда шляпу. Я бы так сильно добавила сюда шляпу, но у меня нет одной шляпы. Свитер от Амерта, эти брюки от Мяу. Мои конверсы, мне нужен какой-нибудь тренч. Я как бы, да, даю себе отчет, что, скорее всего, все мои брюки будут мокрые. Да и пальто тоже, и по колено в грязи. Что, ребят, поехали творить. Если я нарисую что-то такое. Да ведь? Мощно! Ну да, у меня волосы, за меня тоже не три волосинки, да? Где-то пригодились навыки художественной школы, я в шоке. Краска. А еще есть годишка акрила. Акрил мне нужно разводить пейнте призы. Ну а так как мы все сегодня... Здесь очень крутые были модные блошиные рынки, куча всяких Шанель, Гуччи, Прада, вот этого всего. В 20-м году, в 19-м даже, очень модно было. Здесь постоянно типа происходит какая-то классная фэшн-штука, но сейчас из-за этого дурацкого ковида ничего практически нет. Ковид. Я очень хочу в туалет. Он на улице. Не на улице, но через улицу надо идти. Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Привет, сегодня я, Ксения Бострикова, буду рисовать. Меня своим тигром, пожалуйста. Конечно же, это еще не моя, ты сладкая, моя, ты нежная. Все.
все, скажи же! Это мой первый опыт! Это мой первый опыт! Да нам не срочно! Это очень художественно! Немножко тортика. Это красный бархат. Я попробую. Я, кажется, даже есть хочу. Да. Мы на выставке Энди Уорхола. Здесь оригиналы. Подожди, это оригиналы? Это оригиналы. Боже, кажется, лапать не надо. О, это когда переборщил немного с тенями. Я хочу немножко, чтобы немножко как мешки под глазами, но совсем слегка. Культовый культ. Мне нравится это. О, боже, камера. Иди сюда. Скажи шип. Welcome to Rich Life. Caviar. Little bit of caviar. Это же мой тигр. Ёп, налево. Это мой тигр. Это парик. О, я не знаю, что я чувствую по этому поводу. Смятение. Волосы, кстати, зачет. Можно отклеить их, чтобы вклеить в свою тетрадочку и получить сковородку за 100 рублей. Ты обращаешь внимание на такие интересные вещи? Таня! И... Блин! Очень мокро. Я забыл, мы же... Мы забрали наше искусство и идем есть буррито. Да идем! У меня же зонт есть! Зачем нам вот идти? Мечтала об этом диване последние часа два, наверное, и можете быть уверены, я сейчас лягу на него. Я привезла свое животное. Я не знаю, что я чувствую на этот счет. Говорят, на искусство нужно смотреть издалека. Но это был мой первый опыт, и знаете что? Нормально. Нормально. Попробуйте сами. Купила мерч. Люблю кружки. Я везде покупаю кружки, где можно купить кружки. И я купила рис с креветками, который мне нужно съесть как можно скорее, потому что у меня нет микроволновки. Ям, ям, ям. Ладно, ребят, я попытаюсь... Я попытаюсь разогреть свой рис. Сниму мокрые штаны и улягусь на диван под какой-нибудь сериал. Вот это суббота, я понимаю, суббота. Суббота.